Пока в школе номер 7 проходит совещание педагогов, в фойе завершают косметический ремонт, подкрашивают двери, подметают и моют. И в это же время, за 2 дня до начала учебного года, когда все уже должно быть готово к приему детей, глава города Сергей Сергеев лично проверяет, что сделано в спортзалах гимназии школы номер 7. Ремонт спортивного зала школы выдержал прошлый учебный год. Стены и напольное покрытие в хорошем состоянии, чистые, аккуратные. На окнах сетки безопасности. И совсем другое состояние спортивного зала в гимназии Эврика. На стенах свежая краска и креативный рисунок. Пол не покрыт и еще даже не залит стяжкой. Раздевалка тоже не готова. Есть график производства работы. И вами тоже утвержден. Вы сегодня должны закончить. А меня это меньше всего волнует. Понимаете, у нас послезавтра, может, в Армавире с 10 сентября начинается новый учебный год, а у нас 1 сентября. Понимаете? Мы сегодня закончим. Не закончите вы, я кое-что понимаю в этом деле. Понимаете? Сегодня вы не закончите. Время 12 часов. Посмотрите, пойдите на раздевалку, на душевые кабины, на все остальное. Сергей Сергеев обратил внимание и на безопасность. Все входы в здание школы и гимназии открыты. Я специально заехал с тыльной стороны. Почему там открыто? Что это такое? Ну, заезжают, выезжают, мусор вывозят. Ну, если заезжают, выезжают, то кто-то должен закрывать это все. Я заехал, еще кто-то заедет. Зачем? Это школа, есть же система, да? Руководители объяснили, открыли проезд для транспорта строителей. Сергей Сергеев настоял, в школе и гимназии должны быть казачьи классы. Не зная прошлого, будущее построить невозможно, подчеркнул мэр. Задачу поняли, сейчас начнем работать. За выходные в школе и гимназии наведут идеальный порядок, а подрядчикам, выполняющим ремонт спортзала, грозят санкции за каждый день просроченной работы.